О партнерах по спирали давайте поговорим, потому что обывательское представление всегда, подкрепленная часть, кстати, рассказами самих кинематографистов о том, что съемочная площадка, если это долгий процесс, это всегда какие-то приключения, интрижки, романы, что-то вот происходит. Что происходило? Что происходило? Да. Что происходило? Ну, например, у нас случилась такая интрижка. Да. После этой сцены драки в коллекторе, где мы все были кровавые, грязные, в этой порванной одежде, нам сказали: ребята, у вас есть 20 минут, чтобы пообедать. Mm-hmm. И мы с Костей сели в машину и поехали в ресторан. Uh-huh. И вот мы выходим в этом, да, во всем. У нас просто реально куски мяса на лице. Да. Вот. И я вижу, а я говорю: слушай, тут очень хорошая есть вот прям итальянская кафешка, прям вообще супер. А где это было ясно? В Москве. В Москве, хорошо. И мы выходим, и вот по взгляду администратора я вижу, как она, говоря с кем-то по телефону, видя нас, сразу сбрасывает телефон, начинает набирать 02. Вот. Я: тихо, подождите, вы меня не узнаете, я же постоянно к вам прихожу. Вот. Ну, просто вот в кино снимаемся, такая была смешная ситуация. Вот. Потом еще пару раз мы такие встречали взгляды, потому что люди не понимали, как реагировать. Вот. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».